Доброе утро всем! Сегодня вторник, и у нас опять началась учеба. Учеба и работа. Сегодня мы стартуем в новом корпусе. Новые преподаватели, новые студенты. Очень интересно, кто остался, кто не остался. И я вам сейчас покажу новый корпус. Вот такое вот здание. Это биологический факультет. И видите, рядом там зеленый дом, где очень много разных растений, цветочков. Виолеточка там была, я не была ни разу. Ну вот как-то вот так это все выглядит. Ну что, пойдемте вовнутрь и посмотрим, что там и как там. Так, очень интересно. Будем искать мою комнату. Вот здесь все выглядит вот таким образом. Такое необычное панно. Ну и видите, у них тут принято. Ух ты. Здесь это фотография. Фотография птичек, растений, животных. Скляночек, баночек. Интересно. Да тут целая коллекция. Смотрите, как интересно. Я в этом здании нахожусь первый раз. И поэтому вместе с вами путешествую. И думаю, вам тоже интересно. Ну и, как всегда, видите, вот такая комната для занятий студентов. Посмотрите, что я тут обнаружила. Ух ты! Давно я такого не видела. Не, на самом деле здесь очень много всего интересного. И как видите, в открытом доступе. Подходи и смотри. Правильно говорят, язык и до Киева доведет. Я забрела не туда, но оказывается, просто нам не написали, что аудитория A 107. Ну вот здесь вот такая вот аудитория. Ну, жду остальных. Так иногда нас тут кормят даже. Очень-очень прикольно. Подходи, бери все, что ты хочешь. Стоило мне принести свою еду, как меня угостили тако. И там столько этого тако, есть не переесть. Ну не лопнешь же. Вот так. Это я у себя на работе. Пока студентов нет, я могу поесть. Всем добрый вечер, ребята. Мы пришли в магазин. Да, я прискакала с работы, с учебы. Виолеточке очень понравились розы, всего $7. Я бы их купила, но я не куплю их сейчас, потому что будет у нас другая квартира, балкон. И я тогда куплю. У нас безумно жарко, Виолет. Эти розы сдохнут на второй день. Минус $7 бюджета. Плюс налог. Поэтому, видите, такие они красивенькие, классненькие, но для других апартов. Пойдем дальше. Так, что у нас сегодня тут? Клубничка по скидке. А цены нет, прикольно. Бери клубнику, не знаю почем. Черешня. Сейчас посмотрим, какая черешня. Ребята, обожаю черешню, но она какая-то поюзанная, поэтому я ее не беру. Интересно, скидка на помидоры, а почем тоже непонятно, цены нет. Класс. Смотрите, какие классненькие кабачочки, масенькие-масенькие, 99 центов за полкило. Я обязательно их возьму и попробую запечь. Вот такие они, малебуски. Ребята, скидка на нектаринчики и на персики. Сейчас возьмем обязательно. Мы такое дело любим. Ребят, теперь мы ищем зеленый чай. Я по утрам решила теперь пить зеленый чай, а не кофе. О, сейчас мы тут его найдем. Выбор очень большой. Сейчас мы определимся с нашим выбором. Не, мятный я не хочу. Мятный.
какой-то. Сейчас с... обычный хочу. А вот смотри. Ириш. Брекфаст. Не знаю, зеленый. Посмотри. Так, ребят, вот я нашла жасмин. Грин ти. Не хочу я матча. Вот такой органический я возьму. Думаю, на, и еще сейчас какой-то. На, положи, пожалуйста. И видите, еще и по скидке. Еще на 50. За 4,79 целая пачка. Такой, наверное, барахляндия какая-то. Обычный зеленый чай, почему бы. Ну, сейчас посмотрим. Вот классический. По 5, по 6 долларов. Смотри, какой. Смотри, есть и твой матча, и гринти. Вот матча. А вот и смотри, типа гринти с витамином С. Так, ребят, чай, фрукты, арбузик, как всегда, рыбка по скидону, бананчики, огурчики. И сейчас мы едем за кефиром. Вы представляете, мы в Америке нашли кефир. Что? Он там, там молоко. И сейчас мы его купим. Вот он наш кефирчик. Сейчас будем выбирать.